Константин, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании, которую вы сегодня представляете. Я представляю marketplace goods.ru. Это интернет-площадка, которая сводит вместе продавцов и покупателей и позволяет продавцам, которые могут быть малый, средний бизнес и крупный бизнес, быстро находить покупателей и очень эффективно продавать свой товар. Расскажите о главной цели присутствия сегодня на этом мероприятии. Это крупнейшее мероприятие в сфере электронной коммерции на российском рынке. И наша задача здесь как раз рассказать о возможностях продажи через нашу площадку как можно большему количеству компаний, которые ищут каналы сбыта. Вот. Для этого мы здесь присутствуем, для того, чтобы познакомить людей с нашей площадкой. Интересно узнать о том, что вы думаете о главных трендах в электронной коммерции. Спасибо за вопрос, потому что так совпало, что один из главнейших трендов, который сейчас происходит в российском e-com бизнесе, это быстрое развитие маркетплейсов. Что происходит? Мы видим, что в течение последних пары лет многие мелкие интернет-магазины начали закрываться, а в то же время крупные начали больше укрупняться и развиваться. В то же самое время появились маркетплейсы, которые объединяют мелкие магазины разных поставщиков и тоже завоевывают большую долю. Почему это удобно? Потому что это удобно для покупателей, они в одном месте могут купить широкий ассортимент, и это удобно для продавцов, потому что не нужно тратить много сил на продвижение своего товара. Мы видим, на других рынках маркетплейсы уже занимают 40 и больше процентов оборота общего рынка. На российском это пока маленький процент, но уже активно 5-6 крупных компаний ворвались в этот сегмент и развивают его. И также много крупных просто ритейлеров думают о том, чтобы развивать свои собственные маркетплейсы. Уже много было заявлено об этих проектах. Поэтому мне кажется, что сейчас самый главный тренд – это именно маркетплейсизация нашей страны. Спасибо вам огромное, успехов в вашей работе. Спасибо вам тоже, отличная выставка, и приходите на наш стенд, подключайтесь к нашему. Спасибо. E-com Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.